Главный слоган британской акустики Burroughs & Wilkins 801D4 – «Лучшие стали еще лучше». А теперь еще лучше, потому что появилась линейка Signature. Здравствуйте, с вами Леонид Пащенко, и вы смотрите YouTube-канал ANT Review. Но напоминаю, что также у нас есть каналы в Дзен, Телеграм, ВКонтакте, и там вы можете не только смотреть видео, но и читать статьи, дайджесты, анонсы, мнения зарубежных экспертов и так далее. Словом, есть повод подписываться и следить за обновлениями. Весь этот красивый антураж вокруг меня вы можете видеть в отделе ХН салона Dr. Head. Большое спасибо им за гостеприимство и помощь в организации съемок. У нас уже были видео, посвященные моделям из линейки Signature. Напомню, что эта линейка восходит к знаменитой акустике Silver Signature 1991 года, которая была изготовлена в дань уважения к создателю компании Джону Барроусу. Надо сказать, что компания Burroughs & Wilkins логотипом Signature не разбрасывается, и с момента основания фирмы только 7 серий имели это обозначение. И если вы видите надпись Signature, это значит, что акустика престижная, эксклюзивная, как в конструкции, так и в отделке. Новость о пополнении линейки Signature я узнал только утром, прямо в день съемки. И на данный момент у нас две новые модели – 801D4 и 805D4. Ну и что же в них такого особенного? Прежде всего, это умопомрачительная отделка. Один из вариантов – это темно-синий металлик, причем точно такой же, как на эксклюзивной серии Nautilus. Это 11 слоев краски и лака, тонкая полировка и еще плюс ко всему отделка синей кожи от фирмы Connolly. Для тех, кто предпочитает традиционную отделку, есть вариант со шпоном California Bell Gloss от итальянской компании Alpi из экологически чистой древесины и уникальным рисунком дерева, как описано. Здесь тоже долгая обработка, тщательная полировка, роскошный вид и в довершение отделка кожи от той же фирмы Connolly, но уже черного цвета. Если вы помните, в 800-й серии кожа покрывает алюминиевую плиту вверху корпуса. И здесь она тоже непростая, она новая, более жесткая, оптимизированная, и все вместе это должно еще больше снижать всякие нежелательные резонансы. Далее, у Твиттера новая защитная решетка, причем не простая, а разработанная на компьютере с использованием особой математической модели. И, возможно, даже она влияет и на звук. Когда мы говорим о 800-й серии, то часто упоминаем особый порт фазоинвертора. А у модели 801D4 Signature он действительно особый, потому что его сделали из алюминия. И это, как утверждается, должно улучшить отдачу на басах. Кстати, о басах. Вот эти басовые драйверы 25-сантиметровый аэрофойл получили модернизированные магниты. Также в модели 801D4 Signature усовершенствовали кроссовер. И сейчас он находится таких на жестких алюминиевых опорах. У него новые конденсаторы. В двухполосной полочной модели 805D4 Signature практически те же замечательные улучшения. И новая отделка, новая защитная решетка для твиттера,
новая алюминиевая плита для большей жесткости и, разумеется, новые кроссоверы. Возвращаясь к началу, вы видите, что слоган «Лучшие стали еще лучше» работает. Вы можете спросить, ну куда же еще лучше, ведь 800-я серия это, ну, практически самый топ. Но если сравнить с автомобилями, это можно сравнить с тем, как берется люксовая модель, отправляется в тюнинговое ателье и оттуда уже выкатывается совершеннейший шедевр. То же самое можно сказать и про модели 801 и 805 Signature. Ну что можно сказать, мы будем их ждать, чтобы послушать их, опробовать и уже рассказать вам полностью все впечатления. А на сегодня у меня все. Смотрите нас, подписывайтесь, не забывайте про Дзен, Телеграм, ВКонтакте и до новых встреч.